Всем привет! Сегодня будет коротенькое видео, как из 40-литрового баллона кислородного перекачать в 10-литровый баллон кислород. Почему, в принципе, это делается? То есть причин для этого всегда несколько. По первой причине, почему делаю это я. Не всегда хватает мне, неудобно тягать большой баллон, первая причина, то есть для работ сварочных. Вторая причина, баллон, говорится, заправить 10-литровый и заправить 40-литровый, цена практически одинакова. То есть, но так как расход маленький, плюсы маленького баллона, он легче, но расходует кислород гораздо быстрее. То есть и не всегда есть возможность, как говорится, быстренько его заправить. Обычно заканчивается, как всегда, на выходные. И дозаправлять всегда где-то его надо, а на выходные все, как всегда, закрыто. То есть что нам для этого нужно? Первое. Вот такой переходник кислород-кислород. На каждом фирме, которая заправляет баллон, они все эти переходнички есть. То есть можно его, как говорится, приобрести, и кому интересно, как говорится, таким заниматься, кто часто использует, либо у него есть два баллона, либо, в принципе, те, кто кондиционерщик, они очень часто используют маленькие баллоны, да и те, кто и варят медь. Принцип, значит, продолжаем дальше. Накручиваем переходник между двумя баллонами. После того, как накрутили, с баллона, в котором уже газа, кислорода практически нету, откручиваем кран. То есть за счет того, что здесь небольшое давление, здесь баллон либо имеет полный, либо имеет чуть менее давление, то есть надо первоначально открутить баллон, в котором гораздо меньше. После этого откручиваем баллон, который имеет, из которого будем брать газ. То есть слышим звук перетекания из одной в другую. Делаем это резко, чтобы постепенно на газ заходил. Видим, как покрывается инеем трубочка. И теперь разность достигаем равномерного давления в двух баллонах. Как только звук прекратится, вот как сейчас, будем знать, что это баллон уже заполненный. После того, как услышим, что звук прекратился, закрываем баллон подачи, закрываем баллон, куда подаем. Все. И скручиваем назад переходник. Вот как бы и вся процедура. То есть краны затянуты, кислород набран.